Главная елка города в этом году установлена на площади Пушкина. Местные власти изменили привычные традиции и установили на центральной площади искусственную ель, а не живую, как это было раньше. Если бережно относиться к конструкции, она прослужит более 5 лет. Не придется каждый раз жертвовать живыми зелеными красавицами. Новогоднее дерево приобретено исключительно за счет спонсоров. Из городского бюджета не потратили ни рубля. Более 20 организаций перечислили средства, более 3 миллионов рублей. Поэтому суммы были от 20 до 700 тысяч. Мы каждого из них поблагодарим. Вот. И я думаю, что этот вклад каждого предпринимателя вот, в такое хорошее дело увидит каждый житель нашего города. Высота главного символа Нового года превышает 20 метров, а диаметр почти 9. Ель могла быть и выше, до 30 метров, но в таком случае она не так бы хорошо вписалась в окружающий ландшафт. Игрушки для украшения эксклюзивные, выполнены в форме турецкого огурца, специально для ивановской елки. Изготовитель нам предложил свои какие-то варианты внести, ну, чтобы соответствовал имиджу города, каким-то там нашим понятиям, привычкам. И мы подумали, один из главных имиджей города – это город ситца, город тканей, город моды. И, конечно, вот этот вот восточный, его называют Ивановский огурец, это тот самый рисунок, который нам пришел на память. После того, как зеленая красавица засверкала огнями, все желающие смогли повесить на елку игрушки, загадать желание, которое в новом году обязательно сбудется. Главный символ всеми любимого праздника будет радовать горожан до старого Нового года. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.